Ты куда полетел, э? Ему не сесть сюда. Это, наверное, вот эта миссия, да? Ему, смотри, он кругами летает, ему не сесть сюда. Жесть. А можно как-то мне это, скинуть его? Все будет путем. Написано, чтобы начать... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А у меня парашют! А парашют-то у меня! А у меня что, парашюта не было, что ли? Сопли не умеете. На, на... ох ты, больно! На, не дал, это был отвлекающий маневр. Чё вы, а? Чё вы? Бодибилдеры, говорите? Да хер вам! Хер вам, бодибилдеры! Хер! Ты хорошо себя ведешь, Тревор? Да, конечно. Хорошо. Хорошо себя ведешь. Да, отлично. Да, хорошо. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA 5. Итак, ограбление произошло более-менее отлично, более-менее нормально. И у нас теперь, что мы можем посмотреть, взглянуть. Так, у нас есть задание Тревора. Еще одно Тревора, это сюжетка получается. Есть задание для Франклина, но туда мы на крышу не попали. В принципе, можно попробовать на дирижабле попасть туда. Попробуем на дирижабле, короче. Давайте посмотрим, что у нас имеется. За Майкла у нас ничего, за Франклина у нас два. Давайте перейдем к Франклину и посмотрим, попробуем. Потому что Тревор — это сюжетное задание. Вот. Да, мне за это пенсия от государства что-то там не дадут, типа. Окей, так, какое? Окей, мы находимся здесь, нам ехать вот сюда. Бляха, можно было, не знаю, также на такси, наверное, приехать. Сейчас, короче, приедем. Смотри, менты стоят. Вылавливают кого-то. Надеюсь, за мной не погонятся. Короче, сейчас приедем к этому небоскребу. Вызовем дирижабль, попробуем на дирижабле. Если нет, то нет. Я не знаю. Тогда останется вариант на вертолете. Но, блин. Вертолет — это надо, короче, в аэропорт, наверное. И там украсть вертолет, короче, и прилететь на тот небоскреб. Но это слишком как-то муторно. Да и вы знаете, как я отношусь к полетам на вертолетах в игре GTA. Вот. Поэтому попробуем на дирижабле. Окей. Ладно, доедем уже на мотоцикле. Доедем уже на мотоцикле. Да погоди ты. Доедем уже на мотоцикле. Так, что ты будешь делать-то? Весь байк уже помял. Так, окей, мы приехали. Потому что здесь, я не знаю, я не вижу здесь никаких лестниц, никаких там чего-то так, чего-то еще. Окей, так. У меня какие-то сообщухи здесь еще в телефоне. Новое оружие. А, ну это только что пришло. Ой, Франклину, это опасно давать телефон в руки, он же сейчас опять на 5 косарей куда-нибудь влезет. Так, дирижабль. Алло, это Atomic Blink сервис. В чем могу помочь? У вас свободный дирижабль есть? Я немедленно отправлю его вам. Весьма вам благодарен. Спасибо за ваш заказ. Звоните в любое время. Так, давайте смотрим, где дирижабль. Вот, наверное, наш, да? Atomic, смотри, разворачивается, реально. Наш. Больше я здесь не вижу никаких. А, нет, или не разворачивается. Это другой. Это не наш. Hello! Или наш?
Ждем, короче, дирижабль. Тот куда-то полетел, я не знаю. Или он сейчас, короче, здание вот это облетит и потом к нам? Или смотри, он на карте там какой-то есть. Ну-ка. На карте там какой-то дирижабль был нарисован. Здесь я не вижу. Окей. Эй! Где мой транспорт? Чувак, я на дирижабле полечу. Окей. Даже пушки мои не испугался. Ну да, это другой дирижабль, это не наш. Видишь, он мимо пролетает. А где мой? А где мой-то? Дирижабль. Бляха, долго его ждать. Долго-долго. Я не вижу, чтобы он двигался, короче, тот дирижабль. Здесь на карте он вообще не показан. А, нет, вот, смотри. Дирижабль. А какого хрена он там? Погоди, а он не летит, он не перемещается. Или мне надо в аэропорт? Он же не сдвигается с места. Нет, он как стоит, так и стоит. Бляха, мне в аэропорт тогда надо. Окей. Ставим точку, короче, сюда. Блин, вот замут, да? Вот замут. Ставим точку сюда, короче, и вызываем такси, наверное. Погоди. И едем. Едем в аэропорт. Чтобы это было так вот как-то побыстрее, потому что это жесть. Чтобы это было как-то побыстрее. Короче, сейчас что-нибудь придумаем, сейчас что-нибудь замутим, потому что надо в любом случае нам забраться на то, короче, здание. Сейчас посмотрим. Если на дирижабле можно сюда залететь, то залетим на дирижабле. Если нет, то... украдем, короче, этот вертолет. Так, точка маршрута. Поехали. Поехали. Пропустить. Делаем так, вот как. Типа быстрое перемещение. Потому что, блин. Слишком затягивается это все. Слишком все это затягивается. Фу. Бляха, надо было кофейку налить, что-то заканчивается. Чё так долго? Давай. Давай грузись. Right, хорошо. За 41 бакс вы проехали. Ну вот он, Атомик. Здорово. В смысле, а я буду им управлять? Я этим дирижаблем буду управлять. Так, а как взлетать? Вот я взлетел, хорошо. Я думал, он как такси, он меня довезет, короче. Окей. Бляха, лететь-то далеко. Но это уже говорит о том, что, короче, мы с вами... мы с вами, короче, долетим до точки. Ну понятно. Столько много... Вы вошли в запретную зону, немедленно развернитесь. В смысле в запретную зону? What the fuck? Какая нахрен запретная зона, ты о чем? Я хотел вон туда.
Что значит запретная зона? Я вызвал дирижабль, я взял дирижабль, и, короче, я заказал дирижабль. Я же могу в город полететь на нем. Почему нет? Или мне только это подняться вверх и спуститься можно было. Ну, блин, или вокруг аэропорта летать. Это ни о чем. Я хочу полетать, короче, над городом, посмотреть город. Туманный вот этот город. Ну, в любом случае, они, короче, сейчас меня не достанут. Я сейчас вот... Сейчас вот уже... Уже вот, уже вот-вот. Ляха. Теперь главное не промахнуться. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сейчас будем полсерии, короче. Садиться. Окей. Ладно, ладно. А, это не тот. Это не то здание. А чё за звук? У меня дирижабль стал спускать? Спускать? Или это то здание? Бляха, чё-то я запутался. Так, окей. А, Мейзи, да. Это то здание. Это то здание. Теперь мне надо как-то на него, короче, сесть. А-а-а! Что ж ты будешь делать? Что ж ты будешь делать-то? Как? А как? Погоди, а как мне приземлиться-то теперь? Так, надо повыше чуть-чуть. Чуть-чуть повыше, чуть-чуть повыше. Вперед, вперед, вперед. Вперед, вперед. Вот так вот будет, наверное, удобно. Да куда ты переворачиваешься? А теперь садимся. Все. Ништяк! Ништяк! Мы это сделали, друзья. Мы это все-таки сделали. Окей, а теперь нужно найти точку. What the fuck? В смысле? Ты куда полетел, э? Или это ему надо сесть сюда? Ему не сесть сюда. Это, наверное, вот эта миссия, да? Ему, смотри, он кругами летает, ему не сесть сюда. Жесть. А можно как-то мне это, скинуть его? Дирижабль убрать отсюда? Я могу как-то это сделать? Попробуй взорвать его нахер. Так, взорвать его нахер. Погоди, я смогу, да? О, я сейчас спущусь, короче. Взорву дирижабль. Все будет путем. Все, я поднялся сюда, э. Бляха, менты. Ну и? Чё за дичь? Чё за дичь? Почему опять пропало, короче, задание? Ну, кстати, уже не первый раз так. Теперь-то он сможет сесть, чё? Места-то вон много.
Ну теперь надо ждать, пока менты, короче, исчезнут. Я же на то здание, на то. Вон он летает. О, смотри, летит сюда. Это же он? Тот, кто нужен, я так полагаю, да? Чувак, сюда, я здесь, летит, смотри. Теперь-то точно ему, наверное, сесть можно будет. Во, давай, родной, молодец. Все, теперь места очень много. О, смотри, здорово, садись. Я жду тебя, наверное, тебя, да? Куда ты полетел-то опять? Ну? О, давай, садись. Ну садись! Или ты не тот, кто нужен? Да в смысле? Че за дичь? Написано, чтобы начать... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А у меня парашют! А парашют-то у меня! А у меня что, парашюта не было, что ли? Жесть. Написано было, чтобы начать задание, поднимитесь на крышу. А я что сделал? Я поднялся на крышу. Какая-то дичь. Вот теперь, смотри, опять появилось задание. Что за бред? Что за бред происходит? Как мне подняться? Дай мне свою тачку. Как мне подняться? Сейчас, короче, еще пробуем. Если нет, то идем выполнять, короче, с отрывера задание. И в комментах вы напишите. Я в прошлой серии, кстати, просил помочь. Но что-то так и проигнорировали в этот вопрос. Поэтому еще раз прошу. Напишите в комментах, как забраться на эту чертову крышу. Я забрался, вы видели. Вы сами видели, я забрался. Чтобы начать задание, поднимитесь на крышу Maze Tower. И что я и сделал. Я поднялся на эту ссаную крышу. How are you, блин? Я поднялся на эту ссаную крышу, но нифига не вышло. Ой. Хотя бы лестница какая-то была, ее нет. Что за сложности? Зачем так сложно придумывать это все? Зачем? Сделали тогда. Если просите подняться на крышу, сделайте вы какую-то лестницу. Или лифт. Как я вам должен... Как по-вашему я должен здесь забираться? Как по-вашему я должен забраться наверх? На тебе. Ты просто попался под горячую руку, чувак.
Окей. Но нету здесь ничего, нету. Окей, друзья. Напишите. Еще раз прошу в комментах, как забраться на это здание. А мы, короче, переходим к Тревору. Непонятно. Непонятно. Так, и чем же наш Тревор тут занимается? Но... Чтобы вступить в клуб, я должен побрить спину? Уверен, драться вы, сопли, не умеете. На. Ох ты, больно. На. И да, это был отвлекающий маневр. Чё вы? Бодибилдеры, говорите? Да хер вам, бодибилдеры. Хер. Качки. Вот вам и качки. Вот вам и качки. Отмудохал. Окей. Так. Тревор. Кстати, я здесь недалеко. Сразу менты, блин. Менты понаехали. И тебе тоже. Что там? Холло. Так, надо от ментов, короче, свалить. Мне, чтобы свалить от ментов, я еще кому-то там врезал. Быстро. Валим. Бляха. Алло? Кто это? Это я. Наверное, мне не следовало звонить. Патриция? Миссис Мадрасо? Привет. Ты хорошо себя ведешь, Тревор? Да, конечно. Хорошо. Хорошо себя ведешь. Да, отлично. Да, хорошо. Я совершил. Я ничего. А чё я? Я ничего. Я хорошо себя веду. Жесть. Окей, так, залог внесен, полиция конфисковала боеприпасы. Да ну на! Уроды! Конфисковали все! Ублюдки! Так, здесь есть поблизости оружейка? Окей. Ни хрена таки конфисковали оружие, броню. Стой! Говнюк. Вон мотопедка. Уйди. У меня конфисковали броню, оружие, а я конфискую твой мотобайк. Едем, короче, сейчас закупаемся. Оружием. Видали? Какой у меня мотопедка, а? Пошел вон. Уйди с моей дороги, говорит. Так, окей. Берем оружие. Окей. Так, пистолет. Патроны, да? Хорошо. Так, что у нас здесь? Тяжелый пулемет. Оп. Конечно. Оп. Так, снайперка у меня, да? Вот такая была, по-моему. Берем патроны. Хлоп. Я думаю, хватит. Окей, какой там автомат? Вот такой вот. Это хорошо, да. Да, хорошо. Так, вот это тоже возьмем патроны. Хорошо. Так, ружье. Это что? Штурмовой дробовик. Приобретено. Прикольно. Берем. Магазин большей емкости тоже возьмем. Я купил? Купил. Ай, что там, платиновая расцветка какая-то? Что, упал? Ладно, пускай будет. Глушитель.
Нахер он нужен? Фонарик, обязательно. Рукоятка. Рукоятку берем. Большой магазин емкости. А чё не ставится? Почему я не могу поставить? Стандартный магазин. Я поставил? А, ну, наверное, да. Так, и патроны. Хорошо. Окей, что там, УЗИшка у меня была еще, да? Шикарно. Все, да? А, вот такая штука у меня была. Максимум. Окей. Смотри, какое-то еще оружие у нас. Штурмовой ПП. Давай-ка возьмем, приобретем. Я думаю, прикольно. Фонарик. А, магазин больше емкости. Фонарик. Прицел. Ага. Глушитель. Хорошо. Так, а патроны я взял, да? Нет. Ну ладно, пока хватит, я думаю, пока хватит. И бронежилет. У нас Тревор любит пострелять, поэтому мы его с вами купили много патронов, сделали, так сказать, ему приятное. Теперь поехали на задание. Бляха, а мне теперь это? Да в смысле? Там что-то сообщение целая куча пришло. Короче, миссис Мадрасу позвонила Тревору. И, блин. Жалко, разговор так и оборвали, короче, менты. Вот. Ну, я думаю, что она, типа, позвонила ему, типа, она скучает, типа, туда-сюда, короче. Я так предполагаю. Типа, хотела сказать, что ей было хорошо с ним. Я не знаю, сейчас посмотрим, может, сейчас позвонит заново. Потому что, как-никак, нам не дали дослушать. Я думаю, это типа скрипта. Так, окей, приехали. А, приехали, только куда? Куда мне надо? Сюда? Ну да. Я уже соскучился. Окей. Какого хрена тебе надо? Забавно, ты здороваешься с кузенами. Ты мне не кузен, Тревор. А я думал, мы одна семья. А пожалуйста, уходи отсюда, иди громи и еще чем-нибудь там. Что за фигня тут происходит, Флойд? Ничего, дорогая. Тебя на той конференции никто не довошками не одарил? Эй, Флойд! Говорят, что эти конференции настоящие оргии, да? Можно войти? Уходи немедленно. Ага. У вас там серьезное корпоративное порево, да? Да, с каждым исполнительным директором и директором по связям отсюда до Бангалора. Во все дыры. И все ради сплощенности коллектива, да? По крайней мере, так мне вчера сказал Флойд, пока стоял и пялился на мой пенис. Уходи! Немедленно! Слушай, я скажу просто. У меня было тяжелое детство, папочка меня не любил. Окей? Слушай, Дебра, я тебя люблю. И тебя я тоже люблю, Флойд. Может, просто будем вместе, а? Ты можешь приходить с понедельника по четвергам, а ты по выходным, ладно? Я знаю, что это ненормально, но разве в нашем безумном мире нормально? Это хорошо? Послушай, Дебра, Флойд, давайте поженимся. Вон из моей квартиры! И ты тоже, вали, Флойд. Я же сказала, у меня карьера. Мне не нужно все это. Это дерьмо. Да. Ну вот. Из-за тебя я ругаюсь. Флойд, ты просто козел. Дерьмо. А ты вообще не мужик. Боб насчет тебя был прав. Ого. Что еще за Боб? Убирайся отсюда.
вместе со своим шизанутым дружком. Эй, полегче. Меня зовут Тревор, дорогуша. А мне насрать вообще, как тебя зовут. Я не умею им пользоваться. Умею. Боб меня научил. Нахер Боба. Не очень-то это гостеприимно. Захерачил. О, привет, Тревор. Здорово, Уэйд. Ты познакомился с Деброй? Интересная дамочка. Мне, наверное, надо поздороваться. Не стоит. Почему? Пойдем-ка в машину, ладно? Пойдем, оторвемся. Он, короче, зафигачил там всех, наверное. Я точно знаю, куда тебя повезти. До стрип-клуба. Я это, думаю, что он, короче, это... Захерачил обоих, что ли? Жесть. Я мог бы заскочить за Флэдом и Деброй. Я знаю, она немного зажата, но может и повеселиться. Не думаю, что она на это способна, Уэйд. Когда только Флойд нас встретит. Мальчишник? Точно. О, Тревор, в чем это весь? С ног до головы в чем-то красном. Это сок? Да, облился соком. С каждым может случиться. Да, конечно, но на вкус это не похоже на сок. Он еще и попробовал, ты прикинь? Не надо пробовать меня на вкус, хорошо? Просто не лежи. Ладно. Бляха. Короче, ладно, читайте. Я поехал в стрип-клуб. Чувствую, сейчас будет контент для взрослых. Да что ты, почему у меня не поворачивает машина? Чё-то я отвык, короче, от этого грузовика. Надо, блин, на другой тачке было поехать, на какой-нибудь. Look, this is it. Смотри, это здесь. Чё, прям посреди дороги оставим? Ну ладно. Вы можете сохранить машину, припарковав ее у стрип-клуба. А, он сам идет. Он сам туда идет, окей. Значит, Флойд встретит нас здесь? В стрип-клубе? О, да. Это на него не похоже, он ведь настоящий домосед. Свою квартиру он обожает. Кстати, у нас с тобой теперь ведь новый дом. Где? Здесь. Прямо здесь. Здесь? Здесь. Я знаю, это необычно, такие уж мы люди, кореш. Эй, вы двое, сделайте этому пацану приятно. Очень-очень долго. Эй, красава. А где менеджер этого роскошного заведения? Вон там, вторая дверь справа. Ага, вон там. Справа. Спасибо. Чё он сейчас нас придумал, чё он сейчас замутит? Амиго! Встречает своего нового напарника. Тревор, жесть. Тревор жжет, просто жжет. И? А, да? Не покажут? Да. Тревор просто жжет. Ну, как ушел там, короче, по-любому сейчас вот этого, там, кто там, директора или администратора, там, старшего, короче, тоже укокошит. Ой, жесть. О, Майкл. Все бухает, наверное, все горюет. Привет, Лестер, привет. Только что мне позвонил Тревор насчет большого дела в ХА. Ты в курсе? Да, я сказал ему, что дело созрело. Ты с нами? Конечно, я с вами. Послушай, я кое-что проверю, встречаемся у Тревора. Он захватил мужской клуб «Ванильный единорог». Хорошо? Сообщи Франклину. Выполнено. Тишина и покой. Жесть.